our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. She puts her hand in mine. Всем приветик, начинается новый день, а мы только что с мужем пришли с базара. Сегодня решили пойти на органик базар, на органический, там, где бабульки с деревни со своих огородов все привозят. И решили пойти. Сегодня я закончила 48-часовое голодание. Чувствую себя замечательно. Чувства голода вообще нет, кушать не хочется. Но нужно кушать, так как вы такие написали комментарии. Мне не могу никак забыть, что я такая страшная. А я так не считаю. Наоборот, я омолаживаюсь. Может, ракурс был плохой, и вы тогда увидели мои все минусы. Но если вы так тоже посмотрите, вот так у вас тоже будет. И вы не на диете, не голодаете. Сейчас я сумкой ваш заезжаю. Так вот, мои дорогие зрители. Мы ходили на базар. Купили очень много чего интересного. Органическое масло купили домашнее, сливочное. Много зелени набрала я. Капусту буду квасить сегодня. Вот сейчас я купила 2,5-килограммовую капусту, все буду квасить. Столько информации читаю о ней. Вчера весь вечер провела за просмотром видео о пользе квашеной капусты, еще красной капусты, фиолетовой. Но, к сожалению, и в фиолетовой капусте больше витамина С, чем в красной, в два раза. Так вот, мои дорогие, но фиолетовая капуста, мы увидели в одном месте, очень маленькие. Завтра купим на базаре. А я дома засолила то, что есть. Покажу сейчас, какую вкусную капусту я потушила. Подогрею себе мясо. Вчера я делала соус. Мой муж оценил, вкусно ему было. А сейчас я без картошки его тоже покушаю. Уже приготовила себе такую красивую тарелку. Сейчас с вами поделюсь. Не переживайте за меня, я прошу вас. Я не маленький ребенок и имею медицинское образование. И очень хорошо разбираюсь во всем. То, что сейчас происходит, почему это начало? Не из-за похудения, хотя 3 кило у меня, я сегодня взвесилась, у меня было 3 кило всего разницы за 3 недели. Я не за похудение, а за здоровье. А из-за здоровья. Потому что какие-то сигналы поступили ко мне, и я проснулась. Так, сейчас покажу, что я купила. Так вот, сигналы поступили, я не могу вам все рассказывать, зачем рассказывать нужно. И проснулась я, да. Я готовила кокос. Помните, я готовила кокосовое масло. У меня ничего не вышло. Вот, смотрите. Ничего не вышло. Кипятила я его сегодня. Я не знаю, куда масло ушло. Вроде бы столько жира было. Но вот это молоко. Вот, наверное, я его вылью. Ашкем сейчас купил вот такую траву. Говорит, она очень хорошая. На что она похожа? Надо сейчас посмотреть, что это за трава. Говорит, очень полезная. Так, вот такую капусту я взяла. На всем базаре увидела, вот, она аж лопается. Я думаю, что она будет, такая сочная, да? Аж раскололась. 2,5 килограмма купили ее. Так, и еще что купили мы? Масло сливочное. 0,5 кило, 175 лир. Домашнее. Смотрите, как вкусно. Я его пробовала чуть-чуть. Так, еще что мы купили? Лимоны. Лимоны у нас сейчас идут. Я постоянно пью лимон утром. Воду с горячую с яблочным уксусом. Уже 2 столовые ложки. И с лимонной водой. Так, и вот смотрите, сколько зелени мы купили. Еще какая-то зелень, которая мне неизвестна. Вот это вот. Это рокколо. Сейчас я ее брошу прямо сюда, в уксусную воду. Это петрушка. А еще мы купили, почему нам не дали? Кстати, я... Вот, мы не взяли одну траву. Ну, ладно. Что есть, то есть. Будем кушать, что есть. Вот такие покупки. А где...
Ой, друзья, что-то нам не дали тут. Авокадо отдельно положили. Вот, авокадо положили отдельно, 3 штуки. Там по 125 лир за килограмм. Взяла вот такое черное. Авокадо же разных бывает. Вот такой спелый у меня уже заканчивается. Вот. Положу их вместе, они быстренько поспеют. И тут взяли яйца. Домашние взяли. А тут, смотрите, я уже приготовила себе. Не было клубники свежей. Я приготовила вот что было. Капуста. Это утром Машке мне доел салат. А вот мое авокадо. И кое-что. Так вот еще у меня, смотрите, что. Не буду потом снимать вам. Вот такая квашеная капуста красивая. С кабачком. Зеленью. И тут вот соус. Сейчас я подогрею и мясо выловлю без картошки. Вот такой у меня будет обед. И, конечно, салат. Почти все приготовила, мои дорогие. Такая в предвкушении вкусного обеда я. И, может быть, даже и пожарю яичницу. Все сегодня пожарю. Все. Я этого заслужила. Яйца домашние. Сколько яиц домашних продают? Мы 20 штук взяли. Намыла всю зелень. Я посмотрела в интернете, что эта трава называется цикори. Она очень полезна. Так что я ее тоже порезала в салатик. Сейчас, кстати, отмерила вот это 5 стаканов. Моя порция. Это главное надо кушать. А все остальное поскольку постольку. Капуста с мясом. Яйцо домашнее. Видите, какой у меня обед. Так что не надо, я не страдаю. Вообще не голодом. И цикорий сюда. А также вот сейчас вот чай с мятой. Чай с мятой и ромашка. Такой у меня будет чай. Такой десерт. Сегодня не хочу орехи. Не хочу. Почему-то не хочет душа. Вот мой обед, мои дорогие. И помыла капусту. Сейчас пойдем с мужем погуляем, а потом приведу ее в порядок. И, кстати, сегодня, смотрите, я сделала что? Эту капусту красную, о которой я говорила, что она очень полезная. Вот, на 3 суток. Будет под столом она у меня стоять в баночке. Потом холодильник. И еще 5 дней. И после можно кушать. Столько информации почитала насчет этой диеты, квашения. Очень много. Вот сейчас вот думаете вы, я хочу очень кушать? Нет, но надо кушать, мои дорогие. Киса-кисуня. Так она сладко спит. Мы пришли нам в набережную со Шкимчиком. Море какое сегодня. Знаете, похолодало так. Похолодало, мои дорогие. Девчонки там все рельсы делают. Рельсы я вёрла, рельсы. Все равно людей много на набережной. Посмотрите на ту сторону. Видите, на ту сторону. На той стороне вообще. Ну, солнце только зашло. Я так вкусно покушала. Ела час, жевала. Естественно, все не поела. Сколько можно жевать? Ну, чувствую себя нормально, потому что в основном на салаты, да? Салат, капуста. Такого ничего тяжелого нету. А сейчас оно мне все переварится, утрамбуется. Вот такие дела. Вот и я, мои дорогие. Всем привет, мои дорогие. Мой Ашкым чем-то занимается по хозяйству. У нас сегодня понедельник, день базара. Только что пришел из базара. И я вам покажу, что он купил. Наши покупки резко сократились в связи с приемом пищи. И стали очень бюджетными. Я в одном видео об этом рассказывала. Себе приготовила вот такой салат вчерашний, да, капусту, естественно, купил он лучка. Ну, это такая тарелочка, да, тут маслинки, сырочек, ну и солености. Здесь я приготовила для мужа, буду готовить вечером. Купил корень сельдерея, чтобы я приготовила себе картофель. Ну, не сегодня, капусту купил, нашинкую еще. Здесь что он купил? Купил для себя апельсины. Купил рокколу, купил
Фасоль. Фасольный кадарашкин, 1 кило. 1 кило 120. 120 лир, 1 килограмм. Бибер. Бибер 60 лир. 60 лир, килограмм. Суан, он сикис? Он еды. Он еды. 17 лир, вот этот красный. И такая красивая у меня клубника. Она по 50 лир за килограмм. Но она это того стоит. И здесь я вот заквасила вчера капусту. Сегодня вечером буду прокол делать. Изучила много видео, как ее нужно делать. И без добавления ни перец не нужен, ни лавровый лист, как я раньше делала. Вот посмотрим, что из этого получится. Вот такие вот у нас покупочки. Не так уж много чего идет. Я сейчас буду готовить, кушать. Погода резко похолодала, кстати. Аж неприятно так, знаете. Было такое солнышко с утра. Вот эти баночки я все сегодня такую сделала уборку. Такую хорошую сделала уборку. Холодильник полностью опустошила. Привела его в порядок, потому что очень много было... Очень много было банок, которые занимали зря место. Вот сейчас у меня хлеб, вот этот, видите, все почистила, все полочки. Сейчас банки помою, эту пасту тоже надо с пластика. А Шкима, вон еще рыба есть, и хочу вот это ему приготовить. А тут что, макароны, ну, сунели, все так поприводила в порядок, аж радуется душа и сердце. Вот такой у нас холодильник. И здесь сейчас положу что-нибудь. Все, пошла я готовить себе кушать. Кто переживает за Светлану, что она умрет с голоду? Посмотрите, какая у меня тарелка. Салат. Квашеная капуста. Огурцы, помидоры. Здесь разные вкуснятины. И авокадо, и сырок, и маслины, оливки. Квашеная капуста. Яичница из 2 яиц. Кусок рыбы. Вот у меня решила доесть фарш с кабачками. Очень вкусно, столько дней лежит. Решила доесть. А на десерт арахис, кедровые орешки и вот такая красивая клубника. И запью это все лечебным чаем. Так что приятного мне аппетита. И еще я здесь заварила. Смотрите, у меня столько капусточки. Ой, кстати, надо семена чиа побросать туда. Заварила сегодня вот такой себе чай. Тут что только нету. Что только нету. Шиповник только допила. Буду пить сегодня это. Вот так вот. Приятного мне аппетита! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.